Дело было так. Решил я сварить компот. Порезал яблоки. И смотрю, там одно было червивое. Достал оттуда червячка и думаю, что же мне с ним делать. Пойду-ка я его кину паучку одному своему. И так родилось это видео. Ну, в общем, привет всем подписчикам и гостям канала. Это видео про паука из семейства Титаноцид. Вот так. Очень сложное название, непривычное для уха и для языка. Паука этого нашел на даче. Подымал старые доски там, разбирал хлам, короче. И увидел его там, он бегал под этими досками. Что могу сказать про этого паука? Это денетник. Плетет он такую хаотичную паутину, никакой нету там задумки особой. Просто туда-сюда прицепил, прилепил. Вроде бы она липкая, так как когда кидаешь таракашку, он вязнет в этой паутине. Не помню, как называется, читал про этого паука, крепилярная или что-то такое. Короче, какая-то такая паутина, у него есть особое название научное у этого. Это небольшое семейство, в России всего 5 или 6 видов представлены из этого семейства. Вот один из них. Предположительно, там название где-то сейчас будет или было уже. Но это не точно. Ну, в общем, такой паук. А вот другой паук. Даже предположительно не могу сказать, что это за семейство, вид. Его я нашел там в одном парке у нас, под камнем. Ходил, подымал камни и вот увидел этого паука. Тоже, я так думаю, тенетник, хоть и сидел под камнем. Но я думаю, это просто была беременная самка. Ну, конечно, я не думаю, я знаю, потому что я-то забегаю вперед. Вернее, не забегаю вперед. А это видео я снял давно, и я знаю то, что это самка. Она отложила кокон и умерла. Кокон потом, там маленькие паучки расплодились, я их отпустил на улицу, уже ближе к осени. Напишите в комментариях, если кто вдруг знает, что это за вид паука. Я даже не могу предположить. Искал на нескольких сайтах, но не нашел. Ну, в общем-то, на этом, друзья, наверное, буду заканчивать свое видео. Эти два паука уже давно померли. К сожалению, эти пауки недолго живут. Ну, спасибо всем за просмотр. И до скорых встреч. Пока.